Если же вы хотите задать вопросы по работе с редактором Аниматрон, editor Аниматрон.com, то вы должны скопировать ссылку в адресной строке URL вашего проекта, вставить эту ссылку «Есть вопрос». Это у нас попадет в проекты или в обсуждение. Везде найдем. И теперь, щелкнув по этой ссылке, я выйду не в проигрыватель, где я могу посмотреть только результаты вашего труда, а в редактор, где могу вместе с вами поредактировать этот проект.